Итак, всем привет! Сегодня я хочу показать, как я буквально за два вечера собрал вот такой вот простенький гриндер под 610-ю школу. Собран он буквально на коленке старого ржавого хлама при помощи небольшого количества инструментов. Нижний ведущий ролик у меня клееная фанера, ведомый ролик полипропиленовая муфта, спаянная, и в нее вставлено два подшипника. Двигатель слабенький, 1300 оборотов в минуту от старой советской стиральной машинки. Поставил вот такой вот конденсатор, 6 микрофарад, 600 вольт. Пока что вот это все в кучу не собирал. Запускается с такой кнопочки. То есть дальше вот здесь вот обязательно я сделаю еще какой-нибудь кожух закрыть двигатель, потому что здесь вот, как видите, отверстие, чтобы не попадала пыль. Что еще? Вот сюда вот обязательно надо будет мне потом сделать защитный козырек, чтобы при работе не летела в глаза опилка или мелкая стружка. В принципе, тянет он неплохо. Обрабатывать можно как металл, так и древесину. А то, что на нем 1300 оборотов, может быть даже и плюс, потому что я иногда делаю ножи, и прошлый гриндер у меня было много оборотов, если каленый металл, он маленько иногда подгорал синим. На всякий случай сделал заземление, вбил штырь полметровый в землю и проводком к массе привязал, потому что прошлый гриндер иногда в дождь, это у меня он стоит на улице здесь, ну под навесиком, иногда было, что пощипывал током. Чтобы этого избежать, в этот раз сразу же подстраховался. На швы не смотрите, я сварщик никакой, это можно сказать, там может быть второй раз в жизни я варю. То есть, ну, в принципе, главное, все держится, все надежно, молотком постучал, ничего не отваливается, все крепко, конструкция устойчивая, ну, по крайней мере, углы выдержал. Ну а теперь я вам покажу кое-какие подробности, как я его собирал. В общем, начал собирать второй гриндер я себе, уже с учетом тех ошибок, которые допустил при сборке первого. Вот это вот будет ведущий ролик. Я взял коронку вот такую вот, 67. Вот этот вот ролик будет на движке. Вот с этого двигателя буду делать гриндер. Насадил на него вал. Сейчас с помощью наждачной шкурки буду убирать биение. Взял такую крупную шкурку. И начинаю подравнивать. Ну, собственно, вот и все. Биение я убрал. Все четенько. Собираем дальше. Двигатель малооборотистый, 1310 оборотов, поэтому основание будет маленькое. Сейчас вот сюда вот надо будет приготовить крепление, потому что здесь вот только такие болтики. И дальше собирать. Из старинного такого уголка вырезал вот этот пешный движок. Сверлю отверстие, будет вот так вот он крепиться. Ну и в общем, вот что в итоге получилось. Вот такое вот крепление двигателя. Собираем дальше. Шарнирку для верхнего ролика буду делать старым дедовским способом. Нашел вот шпильку, приварю ее вот к этому кусочку железяки сейчас. Ну а гайки приварю потом к уголку. То есть ничего выдумывать не буду. В общем, вот такое вот соединение получилось. Все простенько. Натяжителем тоже решил не заморачиваться, также сейчас вот эту гаечку обварю и все. Прикрепил как раз вот эту вот поперечину, просверлил отверстие под пружину. Из 5-миллиметрового металла разметил ведущую столешницу. Сейчас буду пилить. Вот получилась такая площадочка. Сварочных магнитов нет у меня, поэтому вот так вот я извратился. Это будет крепление под этот верстачок. Ну вот так вот это будет примерно выглядеть. Все, конструкция жесткая, там просто еще не затянутый болт. Собирай дальше. Так, ну вот верхний механизм готов, стойка готова, нижний упор готов. Осталось сделать упор для самой ленты. То есть мне сейчас надо будет заднюю стойку приварить, зафиксировать. Усилю ее вот так вот уголком для большей жесткости. Двигатель буду крепить в самую последнюю очередь, когда все уже соберу конструкцию вместе. Выставлю ровненько все, все углы, все, столик у меня съемный. И только потом буду крепить двигатель. Сейчас мне надо будет вот сюда вот приварить тоже кусок квадратной трубы и сделать, вот, наверное, с двоечки вот с этой вот делаю сюда упорчик. Немного подзагну края, потому что в прошлом гриндере были ровные, и шкурка вот этим вот соединением постоянно шлепалась, издавала звук. Попробую сейчас скруглить, как многие делают, может так будет меньше шума. Дождь пошел, но меня это не останавливает. Таким же способом, как вот переднюю стойку варил, с помощью магнита и уголка начинаю варить заднюю стойку.
Вот уже что получается. Приварил заднюю стойку. Вот на эти сопли не смотрите. С внутренней стороны у меня хороший шов. В качестве натяжителя буду использовать кусок вот от этой старой пружины от ручного экспандера. Ну вот что получилось. Довольно жестко. Должно быть нормально. Осталось разметить упорную пластину. То есть обрезать ее. Краешки загнуть чуть-чуть вовнутрь. И закрепить ее вот к этой вот стоечке. Сделал вот такой вот хитрый крепеж. То есть получается, будет регулироваться вверх-вниз, вперед-назад. И потом через уголок все это дело приварю к этой пластине. То есть вот так чуть-чуть вот краешки пригнул с небольшим надпильчиком. И вот эту вот рабочую поверхность немного с помощью болгарки повернул. Моя вот эта вот приспособа, которую я сделал вместо магнитного уголка, работает ничуть не хуже. И не стоит там 450-500 рублей. Сделано буквально за 2 минуты на коленке. Два мебельных уголка и магнит от динамика из машины. Ну, в общем, вот уже что вырисовывается. Осталось выставить ленту ровно по движку. Здесь вот пока все плотненько. Столик съемный. Эта плашка регулируется. Так. Ну, вроде станочек полностью собран. Подключил конденсатор, пока вот так вот все на соплях. Сейчас попробуем первый раз запустить. Пока поставил старый ролик, пока настраивать, думаю, не надо. Это вот кованый палец от танка, самый тяжелый металл, который до этого я на старом гриндере обрабатывал. Ну, берет. Хоть и 1300 оборотов двигатель. Все работает. Такой вот гриндерок получился. Здесь вот щелки, это потом я еще закрою, сделаю какую-нибудь коробушку. Ну и, соответственно, в нее спрячу конденсатор. Ну, в общем, на данном этапе решил я пока не ставить вот такие ролики, потому что они ровные. И чтобы регулировалась ровная лента, надо будет делать нижний тогда ведущий ролик конусообразным. У меня вот от старого гриндера был вот этот вот ролик из полипропиленовых муфт. Вся конструкция крепкая, надежная. Углы я все выдержал. Здесь вот даже можно посмотреть все четенько. Так что у кого есть двигатели от старых стиральных машинок, вполне могут себе позволить буквально там за вечер собрать такой станочек. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Кому-то что-то, если непонятно, спрашивайте в комментариях. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Всем пока.